Так, народ, всем привет. Очередная посылочка. Это у нас должен быть девчачий портфель для малых, что-то типа переноски обуви или что-то подобное. Давайте откроем, посмотрим. Покупал я ее за 100 рублей. Сейчас цена 100 рублей, 105 рублей. Почти 106. Шла она у нас больше месяца, довольно долго. Посмотрим, что это такое. Ничего нету. Такая вот здоровая сумка. Материал. Материал, я могу сказать, что... Ну вот это обычная, как бы, клеенка нарисованная. Довольно твердая. Вот эта часть, как будто прорезиненная салфетка, либо что-то такое. Короче, не думаю, что его стирать можно, разве что тряпочкой протирать. Вот такая штука интересная. Ну, в принципе, рассказывать особо нечего. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Буду очень вам рад. Всем до свидания, удачи!